Для того, чтобы высшие чины нашего государства смогли изменить моду на отдых за границей и перебазировать всех отдыхающих на Западе людей российских в российские регионы, ну, где, в общем-то, Черноморский регион, да, или тот же самый Крымский, совершенно потрясающий регион Крымский, который мы все любим с детства, сказочный регион, я бы сказал, прежде всего нужно отладить инфраструктуру. То есть должна быть инфраструктура, которая дает возможность, заплатив деньги, а я прекрасно знаю сейчас все сезон, какие суммы нужно выложить, чтобы отдохнуть в том же Крыму или в том же самом Сочи, в общем-то, это пока не равносильно. И мы проигрываем пока. Мне кажется, они не смогут даже под санкциями запрета въезда высшим чинам нашего государства в некоторые страны, они не смогут применить тенденции отдыхать людям за границей.